Но если война проиграна России, зачем поставлять Атакамс? Пусть заберут назад Атакамс, все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чаепитие. Если проиграна война, ну о чем мы говорим тогда? Зачем Атакамс? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно. Во-первых, это, конечно, наносит вред. Это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война, и, конечно...